городские часы, расположенные на пересечении улицы Трехсвятской и бульвара Радищева, будут установлены на новом месте. Их планируется перенести на 195 метров и установить на левой стороне Тверского проспекта. На перекрестке главной пешеходной улицы Твери бульвара Радищева идет подготовка площадки для установки барельефа, которую в рамках работ по благоустройству выложат гранитной плиткой. Также укладка гранитной плитки проходит на участке улицы Трехсвятской от улицы Новотурской до пересечения с бульваром. В граните выполнено более 1500 квадратных метров. По программе формирования туристского кода центра города проведена установка закладных под арт-объект «Вернисаж» и завершено устройство бетонного основания под фонтан. Тверской проспект является главной магистралью, а бульвар – уникальной прогулочной зоной в центральной части города. Поэтому размещение объекта на пересечении таких насыщенных улиц только подчеркнет ритм и своеобразие города.